Приветствую вас, друзья мои. С вами Садриддин. И сегодня я решил приготовить для себя средства от боли в суставах, в частности, коленных суставов. И я посмотрел в интернете очень хорошую и полезную рекомендацию. Смотрю, у меня это все есть. Просто надо их собрать вместе и приготовить это средство, которое будет очень хорошо помогать болям в колене. Для этого я использую желатин, говяжий желатин, использую мед, использую, значит, кунжут, льняное семя, использую тыквенное семя и изюм, или кишмиш, как мы говорим. Это значит, в определенных пропорциях я это все буду пропускать через миксер, измельчать. Итак, начинаем с желатина. 10 грамм. Ну, так как он у меня вместе с клубникой, я могу его сделать чуть-чуть побольше. Вот, 20 грамм желатина. Отправляем в миксер. Мед пока отложим в сторону. Будем делать потом. Так, кунжут. Кунжут 40 грамм. Льняное семя. Шестьдесят грамм. Семена тыквы тоже 40 грамм. Ну, если небольшое отклонение, ничего. Вреда не будет. И добавляем изюм. 50 грамм. Вот, все ингредиенты я добавил. Теперь это мы должны пропустить, измельчить, то есть. Вот. Получилась очень хорошая масса. Попробую так. Такая вкусняшка получилась. Ну, в любом случае, теперь мы добавляем мед. У меня мед австралийский, 200 грамм вот в эту емкость я отливаю меда. Так. И теперь в эту емкость с медом будем ложить, перемешиваем. Вот, снадобье готово.
Закрываем банку. Кладем в холодильник. И каждый день перед завтраком по одной чайной ложке, с горкой, конечно, ну, набираем одну ложку и употребляем перед завтраком. Каждый день в течение, как говорится, в течение 7 дней должен появиться результат. Буду надеяться. Спасибо доброму человеку, который мне это порекомендовал в Ютубе. Я это нашел. И вот я решил это использовать для своего блага. Я, конечно, еще продолжение опубликую через неделю, чтобы обязательно написать, какой я получил результат. Потому что очень многие рекомендуют разные, значит, смеси, как готовить, все от разных болезней. И все. Ни в комментариях, нигде результат не слышно, не видно. А я хочу именно вот это на себе испытать и, конечно, сообщить вам в другом видео о появившихся первоначальных результатах. На этом все, друзья мои. До свидания. С вами был Садриддин. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия. До свидания.